Вячеслав, как ваше настроение? Доброе утро. Настроение хорошее. Музыкальное. Давненько мы с вами не виделись. Что произошло в вашей жизни, в вашем творчестве? Особо ничего нового не произошло, но сейчас наступило лето, пора ретритов. Мы часто выезжаем за город, проводим звукотерапии, хороводы вокруг костра. Вот такие у нас происходят мероприятия интересные. Поэтому предлагаю сегодня погрузиться в звукотерапию, и вы более подробно расскажете о всех тех инструментах, которые мы сейчас наблюдаем. Угу, хорошо. Я предлагаю приступить сразу к демонстрации. Хорошо. Начнем с тибетских чаш, вот которые стоят перед вами. Это тибетские чаши поющие, это или колокола, их называют еще одно название. Как они работают? Берете чашу, берете стик и делаете удар, и звук пошел. Каждая чаша имеет свою вибрацию определенную и определенно воздействует на определенные органы. А почему их вибрации отличаются? С чем это связано? Вибрация с размерами. Размер больше, размер меньше. Меньший размер, высокочастотная идет чаша. Больший размер, более глубоко, низкие частоты идут. Каждая частота играет по-своему, работает. Умиротворение сразу, да, приходит? Сразу покой такой, тишина внутри наблюдается. Как это происходит? Собираются люди, ложатся или сидят, и начинается вот это действие фантастическое. Игра на чаш, ну и, соответственно, еще инструменты другого идут плана. Прямо вот этот колокольчик надо, называется. Он для начала звукотерапии идет. Он подготавливает человека к легкому такому расслабленному состоянию. Человек сперва приходит напряжен от будней, начинает колокольчик играть. И начинает уходить напряжение. Потом добавляются непальские колокольчики. И они соединяются вместе. Получается очень красиво. Колокольчик надо с Пиренейского полуострова. Его подвешивают где-нибудь возле дома. Дует ветер. И он начинает играть необычные мелодии. Фантастические, сказочные. Это колокольчик напоминает, как бы это буддийский, из буддийского храма колокольчики. Они напоминают храм, стоящий где-то на вершине горы. И ветер шумит. Еще вот один, ну это тоже колокольчик такой, тоже используется в звукотерапии. Как фон. Это у нас зерна бразильского дерева, большие, да, так как успокаивающий, как шелест воды, там, не знаю, перекат, камушек какой-то, тоже воздействует очень благоприятно. Или можно его использовать в громких. Это, например, у человека, если дурные мысли, он пришел с ними, если громко сильно. И пять мысли просто автоматически улетают, он забывает про них. Голова очищается моментально от этих мыслей. Ну, это маракасы, это как бы тоже используется. Можно переваливать так. Можно просто изображать, как гремучая змея трясет хоботком. Это листья пальмы, которые я собирал в Индии, потом собрал их, сделал венчик. Ну, он используется в шаманских практиках тоже. Такой взмах крылья птицы. Птица взлетела. Ну, можно и вот так. Ну, какой-то темп отстукивать. Ну, все это, все эти звуки, когда они сочетаются вместе, они такую гамму красивую создают. Такое великолепие пространственное. Что еще у нас есть? Продолжаем дальше? Да, путешествие, конечно, по инструментам, да? Да. Хорошо.
Так, вот такой инструмент с Индии я привез, с Ришикеша города. Это физгармония называется. Это маленькая гармошка, только она без клавиш, но она берет 3 аккорда всегда. И настраивает человека на определенный. По ней можно отстраивать ноты. Вот отсоединяем и добавляем еще одну ноту, получается аккорд. Это очень хорошо для распевки. Берете и просто распеваетесь, например. Выставлять все ноты, как вы пожелаете. Распеваться очень хорошо. Ну и вводить в состояние тоже определенного. Это все звукотерапия используется в процессе спева. А сколько по времени звукотерапия длится? Час длится, час 15 минут по-разному. Угу. Точного регламента нет, как пойдет, по ощущениям. Угу. То есть сейчас вы это практикуете на природе? На природе, но у нас каждый четверг мы собираемся в нашем центре. А много людей приходит, желающих посетить звукотерапию? Много, конечно, это же интересная практика. Человек 15-20 собирается всегда на нашу практику. И все сперва приходят, такие немножко сомневающиеся, но когда я вижу, когда они уходят все, я вижу их не глаза, это другие глаза, которые зашли до этого. Совсем другой взор, взгляд, лучистость появляется, пустота такая в глазах и скромность, покой, умиротворение. Какие еще плюсы у звукотерапии? Минусов нет, одни плюсы. Плюсы то, что обычно хорошо ее использовать, кто в депрессии находится, у кого стрессовая ситуация, у кого бессонница. Очень хорошо помогает, вот это успокаивает нервную систему, приводит ее в норму, к балансу. Вот эти звуки, именно звуки. Угу. Человек просто становится спокойным, тихим. Как часто следует посещать звукотерапию? Ну, в неделю раз желательно посещать звукотерапию, да, неделю раз, чтобы какой-то эффект был, накопительство. Как лекарство, вы же не выпьете таблетку, вы пьете цикл какой-то определенный. Так же самое здесь, эффект накопления накапливается, и прорабатывается все это. Здорово. Что еще мы не успели посмотреть? Так, ну вот сзади меня что-то есть еще. Давайте. Флейта дождя. Это дождь, либо водичка струится, где-то что-то такое. Долгий перекат такой идет. Все спрашивают, что здесь насыпано. Как вы думаете, что здесь может находиться? Маленькие камушки? Нет, здесь маш. Семена маша. Ну, это как бы такой атрибут шаманов на самом деле. Ее используют шаманы, когда хотят вызвать дождь. Они делают так, и дождь идет потом, на самом деле. Да, я видел случай, сам делает. Это бывает, случается. Это должно быть несколько человеков или же один человек? Достаточно одного, сильное намерение нужно иметь, чтобы это сделать. Сильное желание. Это солнце, можно сказать, медное солнце. Иными словами, гонг. Гонг, который в некоторых случаях используется на боксе, там стучат в него. Ну, он маленький, но это специальный терапевтический гонг. Он большой, он из 7 сплавов состоит. И он сам за себя сейчас скажет. Звук Вселенной называется. Что-то такое величественное. Величественное, да. Его нельзя сразу использовать в начале, потому что он может некоторых людей напугать. Нужно сперва подготовить человека чашами, и уже потом, где-то в середине звукотерапии,
включать его процесс, и тогда он мягко пойдет. Люди порой даже не слышат его, говорят, многие лежат, и мы не слышали этот гонг, они засыпают под эту музыку даже. Она так гармонически вплетается в состояние человека. Потом все сильнее и сильнее делаем. И даже вот это они не слышат. Вот такой процесс. Так работает звукотерапия. Люди приходят, некоторые несколько там месяцев не спят, а посетив звукотерапию, просто отрубаются и засыпают, и все, храпят. И говорит, так мы отдохнули хорошо за это время. Приходит просто вот поспать, и все. То есть всем тем, у кого бессонница, можно смело к вам приходить, смело, да. И она работает во сне. Звуки, они как, вот вы таблетку выпьете, спите или не спите, она процесс же химически работает. То же самое и здесь. Мозг ваш слышит это все, улавливает эти резонаторы, эти волны, и, соответственно, начинается процесс оздоровления. Там не вдаваться в подробности, гипоталамус там начинает работать, гипофиз, вот эти эндорфины начинают выделяться, ну и оздоравливается организм, естественно, прилив идет энергии. А это в конце звучит. Когда уже все заканчивается, люди уже хотят проснуться, но еще не просыпаются, начинается эта музыка. Сразу такое покой, умиротворение, наполнение происходит. Человек опустошился, избавился от всего ненужного, что нам не принадлежит, и наполняется светом, радостью, блаженством. Это в конце используется. Благодаря вот этим трубкам создается такой звук. Воздух заходит туда и закручивается. И его вот так крутишь. Он долгий-долгий. Я еще про один инструмент забыл, оказывается. Сейчас вспомнил, вот вижу, смотрю на него и вспомнил. Забыл, такое тоже очень основной такой сильный инструмент, работающий очень сильно с человеком. Такой шаманский. Это шанкабы сварган. Да. Ну, его, наверное, многие знают, слышали по фильмам, по видео, алтайские шаманы, чукчи. Ну, он в каждой стране есть. Так он звучит. Инструмент мистический тоже. Здорово. А были ли случаи, когда вы меняли порядок инструментов в звукотерапии? Или вы всегда придерживаетесь одного порядка? Нет, есть принцип. Ну, не принцип, а как бы... Это как массаж, вот когда человеческое тело массирует, сперва же поглаживание идет, разогревание, потом более глубокая проработка. То же самое здесь. Сперва поглаживание, звуки нежные, мягкие, потом они углубляются ближе, и вот кульминация — это гонг, барабаны, и потом опять успокоение. Это так устроен мир. Как бы так должно быть во всем. Сразу, чтобы врубаться в что-то мощное, дать, человек просто в шоке, стресс будет. Никакого, он ошарашен будет. Это неправильно, это враждебно даже. Насилие какое-то произойдет. Вы еще создаете музыкальные инструменты. Что-то новое уже изобрели или еще пока нет? Я вот, к сожалению, не прихватил с собой. Ну вот, я сделал бансури, флейту. Ну, она вот недавно ее сделал. Из бамбука. Такая интересненькая. Звук хороший просто получился такой бархатный.
очень красиво. Ну, я не взял с собой инструменты, но у меня есть, я каждую неделю делаю флейту. Так у вас уже, значит, огромная коллекция. Ну, вот они продаются потихонечку. Здорово. Да, ну, значит, будет повод в следующий раз нам продемонстрировать их звучание. Да, конечно. И обязательно пообещайте, что вы проведете звукотерапию нашим телезрителям. Обязательно проведу звукотерапию. Массово прям. Вот, прям смотря в экран, проведу звукотерапию. Вячеслав, огромное вам спасибо. Ваши пожелания нашим телезрителям. Ну, хочу сказать, чтобы люди не сидели на месте, а всегда шли куда-нибудь в поисках себя, в поисках нового. Не довольствуйтесь тем, что есть. Надо всегда развиваться. Всегда. Двигаться вперед, к свету, к солнцу. Огромное вам спасибо, успешного дня и спасибо. До скорых встреч. Нам спасибо тоже, намасте.